Это очень круто, что режиссеры подбирали каждому именно по своему характеру. Они нас узнавали, они с ними разговаривали, подбирали образы, подбирали эмоции, все по характеру каждой девушки. И вы сможете увидеть нас настоящих в нашем новой видеоработе. Ну, во-первых, я очень благодарен, что я здесь оказался. Это очень интересный проект. Очень приятные все ребята, профессиональные. Мне нравится подход, необычное место. Вот. Но вообще мой герой по сюжету, он как такая метафизическая фигура, которой на самом деле и нету. Например, Милина пришла, сказала, ой, давайте то-то-то. Юля пришла с этими Kango Jumps тоже, это она предложила. Все возникает по ходу, и мы сами, да, удивляемся того, чем мы будем удивлять людей. И, конечно же, в будущем мы пока ищем себя, ищем, чем мы будем все-таки с чем экспериментировать. Поэтому смотрите дальше. В этом клипе тоже будет очень интересный эксперимент, очень интересное, наверное, удивление для кого-то даже будет. Но для меня, я удивилась, когда мне сказали, что так будет. Поэтому смотрите, не пропустите, это будет очень круто.